Отопительный сезон в Новосибирске завершат 10 мая. Сегодня постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть. По нормативам подачу тепла прекращают, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла на протяжении 5 дней. И почти сразу городские службы начинают подготовку к следующей зиме. С 15 мая СИБЭКа приступает к гидравлическим испытаниям. В первую очередь проверят на прочность тепловые сети в зоне ТЭЦ-5. Завершить работы планируют как можно быстрее. Для этого их будут вести круглосуточно. Отключение горячей воды у потребителей по зоне ТЭЦ-5 займет максимум 9 дней. Специалисты напоминают, что при испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.